Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Астронотуса. Астронотусы – аквариумные рыбы с яркой внешностью и высоким интеллектом. Они не только способны осознанно наблюдать за своим хозяином, но и могут давать себя погладить владельцу. В естественной среде обитания их можно встретить в водоемах Южной Америки, например, бассейне реки Амазонки, реках Рио-Негро, Парана, Парагвай. Астронотус имеет крупное сплюснутое с боков тело. Голова у этих рыб большая, с выдающимся крутым и массивным лбом. На теле астронотуса присутствуют пятна, похожие на звезды. Это отразилось название рыбы. Астра с латинского языка переводится как «звезда». Астронотусы – спокойные рыбы, однако подселять к ним мелких рыб не стоит. Существует большая вероятность того, что астронотусы их съедят. А вот другие большие цихлиды, кольчужные сомы и чернополосые цихлозомы станут хорошими соседями для астронотусов. Астронотус – это крупный окунь. Растет он и 40 сантиметров, может вырастать. Аквариум нужен ему крупный, по характеру спокойный. Естественно, все, что в рот войдет, он съест. Спокойный хищник, друг с другом они уживаются нормально, если характерами сойдутся. Если характерами не сойдутся, то будет плохо. Содержится с другой крупной рыбой, которая в рот не может войти. Уход за астронотусом не сложен. Необходимо обеспечивать в аквариуме качественную фильтрацию, регулярно осуществлять подмену воды и сифонить грунт. Также нельзя забывать о том, что этим рыбам необходим просторный аквариум. Так вообще никаких проблем с ним не возникает в содержании. Некоторые умудряются выращивать их даже в аквариумах 30 и 40 литров. Но для него это нехороший объем. Обычно объем рекомендуемый – это от 200 литров. Для того, чтобы хотя бы он мог перемещаться и нормально расти. Основная сложность в уходе – это размер. Размер у него большой, и, соответственно, аквариум должен быть большой. Считается одной из самых простых вообще рыб в содержании. Температура стандартная – 25, 28, и 30 выдерживает, и 24 выдерживает, и 23 выдерживает. Но, в общем, это где-то 25-28. Это обычный стандартный аквариум. Условия подходящие для всех рыб. Вода водопроводная берется из водопровода, специально никак не готовится. Ну, то есть стандартная водоподготовка, отстоять пару дней или применить кондиционер. И, собственно, эту воду можно использовать для аквариума. Средняя продолжительность жизни астронотуса составляет от 10 до 12 лет. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!